Это будет Jamaica Breakers, мой старый Хантерс! Yeah.
Yeah.
Еще давай, Экспейдер, давай еще, еще давай. Это от Экспейдера специально. Thank you.
Thank you.
А Рубилова еще то. Кровавое месиво.
Кто из нас сражался больше, чем вы? Ты! О, ты! Я? Ты!
все хотят там, высказаться. Ну, у нас фест, короче, мы давайте вот как бы встретимся отдельно, там, побазарьте, там, побэту запейте потом, то есть, ну, как бы... А по поводу того, кто там ложался, кто не ложался, ну, я считаю, что, ну, как бы, блин, нужно уважать. Все, короче, через неделю они бьются в Москве! В Москве! Я все-таки вручу главный приз сиамским белкам, а то сейчас завернусь, пойду домой с ним. Это сиамские белки, первое место. Йоу, народ, вот Миша кричал, что его все знают, да? Меня кто-нибудь знает? Миша, 1-1. Я говорил про 50 тысяч. Я сомневаюсь. Да не набирай! Нет, чувак, не отвечай. Да какая разница, кто его знает, кто знает меня? Просто народ не обманешь. Посмотрите, пожалуйста, маленькая реклама. Есть такой фильм, называется «Фрэш. Истоки корням». Посмотрите внимательно, особенно Миша. При всем уважении к тебе, чувак. И все бибои, посмотрите, это офигенно. А судьи? Был судья только один, Руфус. Дорогие друзья, большое вам всем спасибо за внимание. На самом деле, кто был сегодня прав, вы узнаете на других фестивалях. То есть я даю вам честное слово, что будет бэтл, когда вопросов не будет. Такого было всегда. То есть сегодня они были, пускай будет так. Большое спасибо за внимание. Счастливо всем. Да, Семан. Это Войнова камера, Войнова. Да. Почему просто? Вроде как, блядь. А с кем мы батлили, я забыл, не помню последний. Сиамские белки. Это сиамские белки. Мне так похуй, помыть. Ты видел их фишки? Вот их и наши. Да, видел. Ну, вроде как у нас же лучше. Да нормально. Я думаю, блин, честно говоря, не сутись просто, что, блин, нормально вывалили. Ну, видишь же, это сиамские белки. Не, ну понятно, что снова так вот. Да понятно, так что за хуйня. Так не должно быть. Это надо искоренять, это же не фестиваль. Блин, насколько ты помнишь? Нет, не моя. Насколько ты помнишь, это было всегда. Так обидно, бля, когда это должно обидно кончиться, понимаешь, что за хуйня? Так не должно продолжаться. Да. Должны быть просто, я называли, просто должны быть на более высшем уровне. Алло.